литераторы Союза Социалистических Советских Республик видят, для кого они работают. Читатель сам приходит к ним. Читатель называет их инженерами душ. И требует, чтобы они организовали простыми словами в хороших, правдивых образах его ощущения, чувства, не мысли, героическую его работу. Такого плотного, непосредственного единения читателя с писателем никогда нигде не было. И в этом факте трудность, которую мы должны преодолеть, но в этом факте наше счастье, которого мы еще не научились ценить. Дорогие товарищи, пред нами огромная, разнообразная работа на благо нашей Родины, которую мы создаем как Родину пролетариата всех стран. За работу, товарищи! Дружно, стройно, пламенно, за работу! Да здравствует дружеское, крепкое единение работников и бойцов словом, да здравствует всесоюзная Красная Армия литераторов, да здравствует партия Ленина, вождь пролетариата.